Здравствуйте! Вы смотрите фильм, в котором изложены основные принципы обслуживания гостей нашего бара, и мы надеемся, что с его помощью вы научитесь работать грамотно и поймете, что делает нас профессионалами и что отличает сервис пивного бара «Стаут» от других. От характера встречи у гостя складывается первое впечатление об уровне обслуживания нашего бара. Поэтому хостес должны встречать гостей широкой улыбкой или стандартной фразой приветствия, если, конечно, они не могут сделать этого искренне. Добрый день! Здравствуйте! Тон приветствия должен выражать искренний энтузиазм, при этом быть уверенно громким. Вы впервые в нашем баре? Да. Вы будете вдвоем? Да. Пойдемте, я вас провожу. Рассаживание гостей требует большой осмотрительности и высокого чувства такта. Хостес подводит гостей к свободному столу. Хостес обязан сообщить гостю о том, что через минуту подойдет их официант, говоря это следующими словами. «Меню, пожалуйста». Ваш официант Дмитрий сейчас подойдет. Говорить эти слова следует приятным, умеренно громким голосом. Обычно процедура рассаживания гостей занимает не более 2 минут. Хостес не должны покидать гостей до тех пор, пока не пожелают им приятного вам отдыха. Хостес должны предупредить официанта, что гости расположились в зоне его обслуживания. Максимальное время ожидания официанта – 2 минуты, независимо от того, сколько гостей находится в баре. Начало заказа – один из важнейших элементов вашей работы. Вы не должны ориентироваться на знания гостем того, что бы он хотел выбрать. И вам осталось бы записать только его пожелания. С гостем необходимо вести диалог. Начните с приветствия. Добрый день. Здравствуйте. Обращаясь к гостям, официант должен установить с ними зрительный контакт. Здравствуйте. Вы впервые у нас? Вы когда-нибудь пробовали наше пиво? Если ответ на предыдущий вопрос отрицательный, официант должен рассказать о всех сортах нашего фирменного пива. Официант должен принять заказ напитков, начиная со слов. Какое пиво вам предложить? Далее официант должен предложить популярные блюда из нашего меню. Разрешите порекомендовать вам наши популярные блюда? Затем следует подробно их описать. Официанту следует задать вопрос. Вы готовы сделать заказ? Официант должен засечь время и подойти к гостям не более чем через 3 минуты. После накрытия на стол главных блюд. Он должен убедиться, что клиент действительно удовлетворен едой. Простите? Официант должен спросить. Все ли вас устраивает? И, используя возможность, предложить заказать еще пиво. Повторный подход может быть осуществлен только единожды, во время приема основных блюд. Слишком частые подходы могут надоедать посетителям. Если бокал пива пуст на 80%, официант должен предложить еще пиво. Это будет легко, если официант достаточно часто обращает внимание на столы гостей. Дежурный администратор должен время от времени ходить между столами, чтобы быть в курсе, что происходит на каждом столе. И обращать внимание на грязный стол, недоеденные блюда, пустые стаканы. Если гости требуют внимания и... если пепельницы полны. Как бы безукоризненно не было поставлено дело, от неприятностей не застрахован никто. Что делать, если гость недоволен едой или напитками при повторном подходе официанта? Если гость не до конца доел свое блюдо, менее 50%, менее,
Официанту следует поинтересоваться, все ли в порядке у гостя. Вам что-то не понравилось? Если что-то действительно не в порядке, подозвать администратора, который подойдет к столу и выяснит, может ли блюдо быть заменено, и если потребуется, удалить его из счета. После того, как официант получает плату от гостей, он должен искренне их поблагодарить. Большое спасибо. Надеемся увидеть вас снова. Как говорится, последнее впечатление – самое запоминающееся. Речь идет о том, что, покидая бар, последним, с кем разговаривает гость – это хостес. Хостес должны провожать гостей с той же радостью и искренностью, что и при встрече. Спасибо, что вы нас посетили. До свидания. Мы создали этот фильм, чтобы, руководствуясь изложенными нами принципами, вы могли постоянно повышать свой профессиональный уровень, а самое главное – получать удовольствие от вашей работы. До свидания.